Хотите динозавра? На арт-ярмарке Фризмастерс в Лондоне этот скелет стал настоящей звездой экспозиции. Он полный примерно на 70%, возраст 66-68 миллионов лет. Недостающие окаменелые кости были распечатаны на 3D-принтере. Сколько же придется заплатить, чтобы этот гигант оказался в вашей гостиной? Всего каких-то 20 миллионов долларов. Динозавр стал одним из тысяч товаров, представленных на ярмарке. Их разделили на две секции, созданные до 2000 года и современное искусство. Каждый должен прийти на Фризмастерс, чтобы взглянуть на искусство прошлого через призму настоящего. Более 140 галерей со всех уголков земного шара показывают свои лучшие и самые востребованные произведения искусства. В числе классических – работы Яна Брейгеля-старшего и Рембрандта ван Рейна. Также есть галерея, которая посвящена работам женщин-художниц. Впервые на ярмарке раздел посвящен только женщинам-художницам. Думаю, это шаг вперед. Ярмарка считается платформой, которая позволяет представить свои товары всем коллекционерам и музеям. Она проходит в выставочном центре Regent's Park в Лондоне.